Босонушки для лета. Вы их искали, и вы их нашли на телеканале «Дисконт» за 1490 рублей. Ты знаешь, я вот просто прикасаюсь даже вот к стельке и понимаю, что это что-то необычайное, невероятное. А давай рассматривать. Давай внимательно посмотрим, что же вот это посмотрите, такое. Посмотрите, раз мы сразу втерлись на стельке, для меня это просто потрясающая находка. Стелька у нас с тобой облачной поверхности. Мы с тобой видим как массажер, как будто внутри этой стелечки встроен массажер. Посмотрите, поверхность не гладкая. А вот, знаешь, как вот на матрасике бывают специальные вставки. И вот здесь мы также их наблюдаем. Это разгрузка для ножки. Это специальный совершенно эффект. Вот такой вот, видишь, специальный, как сделано. Фантастика. Подушечки вот такие. Это, и, да. Да, ты знаешь, я знаю, что на ноге невероятное количество всяких разнообразных точек, воздействие на которых мы разгружаем тот или иной орган нашего тела. Мы оздоравливаем себя. И здесь вот изготовители позаботились о том, чтобы при каждом наступании вы получали еще и оздоравливающий эффект. Два цвета у нас два есть. Два цвета у нас с тобой, белый и бежевый. Это классика для лета, это летние босоножки. Они прекрасно смотрятся. Любой цвет берите, не прогадайте. Может быть, даже два возьмете, чтобы максимально по-разному каждый день выглядеть, чувствовать себя. И при этом, вот да, это обувь для каждого дня. Ты знаешь, что бывает обувь, которая тебе нравится чисто внешне, но каждый день носить не можешь, потому что некомфортно, чувствуешь себя не очень уверенно. Эта обувь как раз рекомендована для каждодневной носки, для разгрузки стопы. Не нагрузки, а разгрузки. Ведь это Avenir, знаменитый бренд, который как раз и занимается производством ультракомфортной обуви. Особенно комфортной обуви для ножек, требующих особенного внимания. Соглашусь с тобой, конечно же. Ну и, конечно, посмотрите на то, что летом в такой обуви нам находиться будет одно удовольствие. Ну и, конечно, не забывайте, если у вас есть какие-то особенности в области ног, то это незаменимые босоножки, потому что они достаточной полноты здесь. Во-первых, полнота достаточно формальная, семерка, но прекрасно тянется у нас эко-материал, это эко-кожа, она совершенно великолепно работает с ножкой, то есть подстраивается под особенности нашей ножки. И при этом очень важна вот эта зона, когда мы говорим о каких-то вальгусных изменениях, особенно если еще и скривление пальчиков есть, то вот эта зона особенно важна. Вот я сейчас показываю вот эту зону, давайте попробуем показать то, что я показываю сейчас, вот эту зону, да, вот она. Вот эта зона максимально важна. Почему нам важен широкий вырез для ножки? Как раз для того, чтобы пальчики чувствовали себя не вот так вот и не вот так вот, а вот так вот. Посмотрите. А выпадать не буду, знаешь, когда вперед нога выезжает? Конечно, нет, потому что вот здесь у нас закрыто все. Давайте вот изобразим просто мизинчик даже пальцами рук. Посмотрите внимательно. И мизинчик-то у нас прикрыт, припрятан. Ага. Соответственно, безопасность полностью нам гарантирована. И свобода движений. И не забывайте, что эта обувь дорогая, все прошито, поэтому это еще плюсик безопасности. И посмотрите, как здорово смотрится на ноге, подчеркивая красоту икр. Вот знаешь, изящно, элегантно, а летом вот красивый маникюр, который вы можете, ой, про педикюр, прошу прощения, будете показывать еще свои пальчики. И выгода сегодня 1800 рублей вместо старой цены в 3300 рублей. Когда выгодно приобретать? Ну, конечно же, прямо сейчас. У нас прямой эфир, абсолютно бесплатный номер. Если вы нас видите в первый раз и понимаете, что да, цена-то невероятно низкая, обувь высочайшего качества и хотите позвонить, так что вас останавливает? Пожалуйста, вот телефон под ценой. Вы звоните и говорите, мне нужен, например, там 39 размер, 40, 41, потому что он пока есть у нас в наличии, но уже выделен красным. И вам говорят, без проблем, какой у вас город, куда доставить вам это чудо? Вы отвечаете и все, а оплачиваете только после получения. Никаких абсолютно рисков, никаких предварительных переплат. Главное правильно подобрать свой размер. Каким образом мы здесь его выбираем? Размер в размер мы выбираем. Однако, и сейчас такое бывает, что вы знаете свой размер, но боитесь разные бренды, у них бывает разная колодка, да, разный размер берет. Вот здесь я вам дам хороший правильный совет. Наши операторы всегда готовы вам помочь. И если вы просто померяете ножку линейкой, стопу от пальчика до пяточки в горизонтальном положении и скажете эти цифры оператору, он вам подаст идеальный просто вариант, какой размер нужно брать. Знаешь, как я проверяю? У меня же тоже особенная нога. Я ставлю ногу на лист А4, обвожу полностью линейкой и вот еще как раз тогда очень просто самые выступающие части замеряю обычным сантиметром. Потом звоним в колл-центр и говорю, вот у меня длина ноги столько-то, подберите, пожалуйста. Он говорит, конечно, пожалуйста, все для вас. Вам в каком цвете? Или в двух сразу? И в телесном, и в белом. А вы говорите, в двух за такие-то деньги беру, конечно. Ну, давай рассматривать детали, которые, конечно, покорили сразу. Недаром эти босоножки стали хитом. Это и перфорация, и материалы, и, однако, не забывайте про функциональные детали. Скажи, пожалуйста, вот эта декоративная строчка или
действительно присоединил у нас верх к нашей подушке. Конечно, прошито все. Прошито. Мы с тобой отметили, что прошито и детали, которые присоединяются к нашей подушке. А подушка и проклеена, и пришита прямо к стильке. Красавца. Стилька также пришита к основной подушке. И при этом не забывайте, вот очень важные детали. Посмотрите, мы к этому шли, давайте остановимся. Сразу 4 отверстия для того, чтобы подобрать максимально правильную посадку под пяточку нашей перепонки. Однако, посмотрите, есть ведь и дополнительные возможности. Резиночка, которая увеличивается 2,5 раза здесь. Вот такая удобная союзка. Конечно. И при этом вот еще 2 резинки по бокам. А это говорит нам о чем? О том, что подъем мы регулируем сами, тот, который нам нужен. А что такое полнота 7? Полнота 7 – это классическая полнота. Ты знаешь, что полнота 7 – это вот здесь эта полнота измеряется. А, посерединке. Посерединке, по самой широкой зоне стопочки. Угу. Однако, ты же прекрасно понимаешь, что 7 – это край, который можно найти в обычных магазинах. Про 8-9 вообще никогда там нигде никто не слышал. Это специализированная обувь. А вот теперь посмотри, как 7-я полнота превращается в 8-ю. Настолько великолепные, эластичные у нас с тобой материалы, что мы здесь вполне можем говорить о ультракомфорте для широкой ножки. У нас колл-центр перегружен, поэтому оставайтесь обязательно на линии. Ожидание не стоит ни копейки, так же, как и сам звонок. Вы скажете, ну я же звоню из Тюмени или из Саратова. Ничего страшного, все равно звонок бесплатный для вас. И телефон многоканальный, обязательно дозвонитесь, обязательно проконсультируйтесь. Подсказывает мне что-то с колл-центра, повторите, пожалуйста, еще раз. Белый что? Что белый? А, вот в белом цвете в 41 размер остались только одни. Поэтому, если у вас 41 размер, вам нравится белый цвет, прямо сейчас поднимайте трубку. Хватит пить чай, подпьете потом, звоните, заказывайте, когда еще такие цены вы увидите. Но точно не в обычном магазине, но точно не в интернете. Это же телеканал Дисконт. Это совершенно удобный новый вид шопинга для вас. Абсолютно уникально и удобно приобретать выгодно качественные вещи. Но это какой удобный каблук. Вот кажется, что он большой, а я же вижу, что здесь есть какая-то хитрость. Конечно, есть. Танкетка, кстати говоря, признана максимально удобным видом каблука. Но давай мы сейчас ее померим, эту хитрость, и давай быстренько раскроем, распознаем. Сразу посмотрите внимательно по высоте пяточка наша. Давайте посмотрим. А, вот, она у нас с тобой те самые 5 сантиметров, о которых всегда говорят ортопеды. Чуть-чуть даже больше, 5,5, да? На самом деле, мы отсюда вычтем высоту нашего мысочка 2 сантиметра и получаем прекрасную версию в 3 сантиметра. 3 сантиметра. Максимально удобно, конечно. Максимально удобный каблучок в 3 сантиметра. И представляешь, как мы будем выглядеть. Вот мне нравится, что такая обувь подходит и для взрослого поколения, не только для молодежи.